16 апреля пройдет международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант 2016». Почти 150 тысяч человек в этот день сядут за парты и проверят свои языковые знания. Те, кто в своих силах не уверен, могут посетить курсы подготовки. Почти в 150 городах России и зарубежья филологи и лингвисты объяснят сложные правила орфографии и грамматики. Также с 3 марта запустили онлайн-курсы на сайте тотального диктанта totaldict.ru. Тотальный диктант – одно из знаковых образовательных событий страны. Ежегодно количество участников растет. Только за 2015 год почти 94 тысячи человек по всему миру писали под диктовку. Из них лишь 2% справились с заданием на отлично. А лидерами по орфографическим ошибкам были слова «в полуха» и «в полоборота». В этом году текст диктанта подготовит детский писатель Андрей Усачев.